X в последние годы настолько плотно вошли в основной список оборудования для спортзала, что их название знакомо даже далеким от спорта людям. Они выглядят предельно просто. Плоский трос, фал, заканчивающийся петлей или рукоятью, который можно подвесить к любой точке опоры. Однако, за видимой простотой скрывается высокий потенциал использования с тренажером TRX. Можно выполнить силовой тренинг, направленный на развитие всех мышц тела. Люди, которые начинают включать свою тренировочную программу упражнений с петлями TRX, отмечают в первую очередь новизну нагрузки, которую сложно сравнить с любой другой. Помимо внесения разнообразия, привычный тренинг, этот вид инвентаря обладает и более утилитарными функциями. Во время тренировки с петлями работает мускулатура всего тела, включая мышцы-стабилизаторы. Мышцы кора находятся вообще в постоянном напряжении, что позволяет развить их работу и заметно укрепить. Сложно найти другой инвентарь, который был бы таким же простым в использовании, но в то же время позволял развить выносливость, силу, баланс, координацию и гибкость. TRX петли позволяют проводить тренировки на любом уровне физической подготовки, как новичку, так и продвинутому атлету. Все дело в регулировке ремней. Можно установить любой уровень нагрузки от 5 до 100% от веса вашего тела. Кроме того, TRX делает универсальным и то, что он подойдет под любые тренировочные цели. Статика или растяжка, сила или кардио, групповой тренинг или индивидуальные занятия. Выбор только за вами. Даже в случае, когда вы не можете посетить спортзал, использование TRX не станет проблемой. Во-первых, петли занимают крайне мало места. Во-вторых, их можно прикрепить где угодно, будь то улица, квартира или номер отеля. Главное условие – наличие того, к чему их можно привязать, зажать. При всем многообразии тренировочных возможностей, которые дает TRX, важно понимать, что петли – не универсальный продукт, подойдут они не всем. Тренинг с петлями TRX не способен заменить полноценные тренировки с отягощением в спортзале. Поэтому, если ваша задача накачать объемные мышцы, петли в качестве единственного инвентаря для занятий не подойдут. Пользу они могут принести людям, которые стремятся снизить нагрузку на позвоночник, в случае, если вам нельзя оказывать большую нагрузку на спину, по причине чего работа со штангой невозможна. Петли – это выход из ситуации. Тренировки с TRX не оказывают осевой нагрузки на позвоночник, что позволяет их использовать людям с проблемами опорно-двигательного аппарата и подросткам с неокрепшим позвоночником. Ищут, как еще дополнить и разнообразить тренировочный процесс. Занятие с петлями – это эксперимент со своим телом. И он подойдет тем, кто любит открывать для себя новые виды активности. Занятия на петлях TRX не только преобразят его визуально, сделав более подтянутым, они помогут телу стать более сильным и ловким, укрепить стабилизирующие мышцы, развить гибкость и мобильность суставов. Сложно описать все возможности, которые дает использование петель TRX словами, так как вам нужно это попробовать лично. Это поможет на 100% определиться, нужны ли вам петли TRX для ваших тренировок. Если понравилось видео, ставь лайк, обязательно подпишись на канал. Всем мир! We'll be right back.